16 октября на юге Кузбасса будет облачно, пройдет дождь. В Прокопьевске ночью плюс 6, плюс 8, днем 5-7 градусов выше 0. В Осинниках ночью плюс 7, плюс 9, днем до 8 градусов тепла. В Мысках ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 6, плюс 8. В Междуреченске ночью плюс 7, плюс 9, днем 6-8 градусов тепла. В Шерегеше ночью плюс 4, плюс 5, днем до 4 градусов выше 0, пройдет дождь. В Новокузнецке в пятницу будет пасмурно, в первой половине дня ожидается дождь. Температура ночью плюс 7, плюс 9, днем до 8 градусов тепла. Ветер переменный, слабый.